Уважаемые дамы и господа, добрый день. Меня зовут Алексей Кузнецов. 13 часов время обзора. Поговорим с вами традиционно о том, что происходит на основных инструментах финансовых, прежде всего валютных, да. Немножко поговорим про рубль, поговорим про рынок нефти, про драгметалл немножко поговорим сегодня, потому что есть к этому повод. Ну и также посмотрим, как вчерашние сигналы и как вчерашняя разрисовка, которую я вам давал, то есть вчерашние технические данные, отработали сегодня. Традиционная просьба поставить плюс, если все хорошо со звуком и с видео, для того, чтобы я был уверен в том, что все хорошо. Ну что ж, могу сказать, пока жду ваши плюсы. Кстати, уже тут немножко плюсов поставили, смотрю. Спасибо. Могу сказать, что сегодняшние рынки, вот сразу начну с рынка нефти, котировки марки Brent и WTI резко сегодня ушли вверх на фоне заявления стран-членов ОПЕК о том, что не просто заморозка они планируют добычи, но хотят снизить добычу на 1 000 000 баррелей в сутки. То есть это очень серьезное заявление, и хотя, несмотря на то, что это заявление пока еще остается только заявлением, не перешло в действие, все, кроме Ирана, в принципе, в этом приняли участие, Иран вообще не собирается этого делать, но тем не менее рынки отреагировали достаточно сильно, мы видим, что резко котировки нефти ушли вверх. И в максимуме они достигали $49 за баррель. Сейчас мы видим некоторый откат, но тем не менее, вот если посмотреть на дневной график, мы видим, что, видите, треугольник вот этот уже пробился вверх. Мы видим, что 4-часовой вот этот более мелкий треугольник, вот, ну просто вот сейчас его покажу. Вот, видите, вот треугольник. Такой треугольник уже пробился вверх и отработал. Цена достигла линии сопротивления, то есть вот дневной треугольник вот этот вот еще пока не включился в работу, но тем не менее мы видим, что реакция была достаточно сильной. Вместе с нефтью отреагировал, естественно, и российский рубль, и мы видим, что вот в моменте, ну скажем, минимум предыдущий не был пробит в 62-66, а вот котировки достигали 62,9. В общем, или 62,9 рублей за доллар были котировки доллар к рублю. И ниже, по крайней мере, пока не пустили. В целом мы видим, что вот 62,5 рубля за 1 американский доллар остается сильнейшим уровнем, который пока так и не был взят. То есть цена в районе 63-64 все ходило. Но вот предпринята была попытка. Не знаю, как будет дальше. Я говорю, опять же, уже в который раз, что я допускаю укрепление российского рубля до 59-60 рублей за американский доллар. Дальше я не вижу возможности укрепления, потому что включатся уже другие механизмы немного, которые, скорее всего, при любом раскладе они будут давить на российский рубль. Вот, но посмотрим, как рынки это все отрефлексируют дальше, потому что заявления заявлениями, как я сказал, а действий пока еще нет. Но обещанного, как говорится, 3 года ждут. Договариваются давно, слов сказано много, действий пока мы не видим. И, в общем, пока это все на уровне эмоциональной реакции происходит. Дальше, что здесь можно еще сказать? Ну вот давайте посмотрим на евро-рубль. Евро-рубль также просел, на фоне укрепления рубля, как валюта, связанная с нефтью. Давайте посмотрим также на канадский доллар. Мы видим, что вот тот треугольник, который я вчера рисовал, видите, вот этот треугольник очень интересно, очень хорошо отработал в конечном итоге. Видите, был такой выброс очень сильный вниз. И, так сказать, вот, правда, это все было вечером, что не позволило лично мне торговать здесь. Ну вот как бы как факт треугольник отработал. Сейчас мы видим, что канадский доллар, так же как нефтяная валюта, укрепился сильно. Однако интересно то, что драгметаллы, в частности вот золото, смотрите, вот я дневной график тоже включаю, серебро, дневной график тоже включаю. Смотрите, очень похожи два графика, да, видите? Сейчас я как-то их сделаю примерно вот так вот. Смотрите, как похожи графики золота и серебра.
нисколько практически не отреагировали на вчерашнее падение американского доллара. Это, ну скажем, весьма подозрительно в этом смысле, потому что если вот так вот сравнивать и смотреть на то, что происходит, обычно они достаточно резко на это реагируют, а здесь этого не произошло. То есть, может быть, это связано как раз с тем, что, скажем, это чисто эмоциональная первая реакция, которая, возможно, дальше развиваться и не будет. Кроме того, есть определенные подозрения, что пока вот на этот, по крайней мере, год золото и серебро, вот особенно серебро, очень активно росло вот в этом году, даже больше, чем золото, агрессивнее как-то так росло, возможно, дальше уже и роста не будет. Потому что ну вот, в любом случае нужно будет смотреть, вот видите, есть линия сопротивления, которой пока еще цена даже не подобралась, ей никак не получается двигаться вниз, а предыдущие, видите, вот эти минимумы были уже пробиты. Посмотрим, то есть в любом случае сформировался уже нисходящий такой отрезок тенденции дневного формата на серебре, и мы видим, что то же самое в принципе происходит на золоте. Правда, на золоте не так активно, оно вниз уходит, ведь предыдущий минимум был пока проколот, а не пробит. И все, вот диапазон сужается. Это в принципе может говорить как о вероятном выбросе вверх, так и о вероятном сильном движении вниз. Посмотрим, как будет происходить. Дело в том, что пока вот по серебру и по золоту ничего сказать нельзя, потому что ключевые уровни пока не пробиты. Ну вот, опять же, что связано с нефтью. Опять же, вернемся давайте к нефти. Цена тоже пока уперлась в линию сопротивления. И на ней сейчас будет решаться фактически дальнейший расклад по стоимости барреля нефти. Как здесь будет дальше, то есть я говорю, допускал вероятность снижения к уровню 41 доллара за баррель, либо движение вот к уровню в район 53-54 даже долларов за баррель. Вот в этом районе выше что-то пока не вижу возможности залезть нефти. Но даже если это произойдет, я говорю, рубль укрепится, я думаю, не более чем до 60 рублей за один американский доллар. Вот это что касается нефти и российского рубля. Давайте теперь посмотрим, что происходит на валютных рынках, с основными валютными парами, которые обычно разбираю. Так, начну с еврофунта, по которому было все-таки пробитие нижней границы восходящего канала, что дало сигнал на движение вниз. То есть, смотрите, в район значение 0,85. Давайте я помечу вот это значение 0,85. Вот таким вот образом. Либо вот если брать от последнего касания линии, это тоже такая штука, которая имеет смысл. Это 0,8520. Ну, где-то в районе 0,85. Вот сюда может двинуться еврофунт. Это, конечно, не факт, потому что я говорил, что здесь, в принципе, вот после вот этого восходящего движения, хотя линия тренда и пробита, но, тем не менее, пока еще не было достаточной коррекции. Вот смотреть бы, вот давайте вот так посмотрим, в таком вот ракурсе. Вот если брать линию аллигатора, вот один заскок был за аллигатора здесь. Дальше все время цена держалась выше. Ну вот здесь вот. Нет, здесь синюю линию не пересекла. И вот еще один заскок за аллигатор, что может говорить о том, что еще какое-то одно движение наверх вполне может быть с обновлением максимума, либо с повторением максимума. В любом случае, вот этот уровень 0,8725, я его до этого еще отмечал, я считаю, что он важный, от которого может произойти вот этот отскок. И кроме того, мне вот в плане разворота от этой точки очень напрягает вот эта вот динамика, сильная такая прострельная восходящая динамика, от которой якобы пошел разворот. Что-то как-то не очень верится. Но вот поэтому я и считаю, что, в общем-то, вероятность роста здесь присутствует, несмотря на то, что канал пробился. То есть, понимаете, и опять же, обращаю ваше внимание, пробить это здесь было каким-то нединамичным. Вот вроде пробитие, потом цена стояла, и вот смотрите, до сих пор ниже минимума вот этого так и не ушла. А этот минимум, вот он, 0,8585,
он, ну, так является достаточно ключевым. Поэтому я считаю, что может быть движение вниз и достижение 0,85 после пробития 0,85-85. Вот это вот минимум. А пока здесь бабушка надвое сказала. Очень такое пробитие условное. Потому что, по сути, цена вышла в боковом движении из границ канала. И пробитием, по сути дела, я это не считаю. То есть сейчас вот возник вот этот диапазон. Если он будет пробит вниз, я считаю, что цена может еще уйти вниз до 0,85 ровно. Если данный диапазон, а именно уровень 0,8640 будет пробит вверх, то, скорее всего, он будет двигаться до уровня 0,8725 вверх. Так что вот такой вот расклад. Либо вниз сразу идем все-таки по пробитию вот этого уровня 0,8585, либо вверх по пробитию 0,8640. Евро-доллар. Вот по евро-доллару здесь, в общем-то, достаточно такая картина непонятная, потому что пока возникает раскачка, мы видим, что вот этот диапазон, который я вчера обозначил, цена пыталась пробить во все стороны. В конечном итоге так ложный пробить куда-то вверх, потом цена вниз, не пробила минимум, опять куда-то вверх. То есть диапазон, попросту говоря, расширяется. Вот. И в этом расширенном диапазоне, вот если так вот его разметить, цена пока и находится. Куда она пойдет, ну, сказать очень сложно. Потому что, вот смотрите, в дневном формате до сих пор я считаю, что есть, в принципе, не сломавшаяся фигура голова-плечи. Вот она, сейчас покажу. Плечо, голова, плечо. Вот. С сигналом на пробитие. Правда, сразу же произошел обратный отскок. Но это не говорит о том, что здесь этого не будет. Кроме того, смотрите, если посмотреть в более крупном формате, вот повторное пробитие линии шеи вниз даст хороший сигнал на вход вниз. Но пока мы видим, что этого не происходит. Это должно быть именно в дневном формате. С другой стороны, я показывал, что здесь есть, кроме вот этой фигуры, есть еще дневной нисходящий треугольник. Пробитие уровня поддержки 1.1120 приведет к достаточно значительному падению единой европейской валюты против доллара. И отработает здесь и голова, плечи, и треугольник. То есть примерно цели тут похожие. Вот поэтому при пробитии вниз будет хорошее такое, достаточно надежное движение, потому что две фигуры скажут об этом. Но если будет пробитие вверх, тогда, соответственно, тут два треугольника могут, вот этот треугольник может сломаться. Но, в принципе, он уже не имеет такого большого значения, это так, эмоциональный такой треугольник. А вот этот треугольник, он уже более значимый, потому что, во-первых, он более свежий, а во-вторых, потому что он не является результатом тупо просто каких-то эмоций, как вот на Brexit все это произошло. Здесь это, скажем, картина, которая формировалась достаточно долго, и выход может быть, скажем, ну, опираясь на реальные текущие факторы, ну, чисто это не такой эмоциональный может выход произойти. Посмотрим. По крайней мере, по евро-доллару сказать сейчас ничего нельзя, учитывая, что мы вообще не понимаем, что здесь происходит. Конечно, более приоритетно был бы выход вниз из данного бокового диапазона и при пробитии, там, динамичном пробитии уровня 1.1190, в общем-то, я бы стал рассматривать продажу в данной паре. Вот. Индекс доллара, видно, также стоит на месте. То есть ничего уже, смотрите, сколько дней, ничего не происходит. Ну, тоже, в общем, это ничего не говорит сейчас ни о силе, ни о слабости доллара. Просто все затаилось. Точно замерло все на рассвете. Доллар, швейцарский франк. Здесь до сих пор, видите, формируется нечто непонятное. Тоже, видите, все стоит, все замерло, все застыло. Никаких движений нет, идет раскачка в достаточно узком таком ценовом диапазоне. Видите, максимум обновили, минимум обновили. Опять вот, ну, очень похоже на евро-доллар. Но вот если посмотреть 4 часа, то может сформироваться при движении вниз, может сформироваться нисходящий треугольник. И опять же при движении вниз, если будет пробитие уровня 0,9660 вниз, то... В принципе, хороший такой будет проход и надежный проход вниз
учитывая, что тут также была голова плеч. Вот. Может быть, проход 81 пункт, как минимум, а я думаю, что даже и больше. Но сейчас сказать тут ничего нельзя, потому что ну, просто ничего никуда не идет. Британский фунт. Вот смотрите, интересная какая штука. Вот зона консолидации. Она же треугольник, она же там канал и так далее. Вот цена двинулась вверх. Я подрисовал еще канал, возможно, расширяющийся треугольник, который также привел к тому, что сформировалась зона консолидации и раскачка. Но смотрите, насколько четко зона консолидации самая первая, вот это главное, отработала. Как тут мог отработать канал? Ну, в принципе, вопрос, мог отработать и может до сих пор. Но, смотрите, он возник не как первое движение от уровня, а как второе движение от уровня. Ведь все-таки надо не забывать, что здесь вот первая точка была, минимум, вот вторая. И только от второй фактически точки вот я нарисовал этот канал. Может, это не совсем правильно, но тем не менее, он здесь в принципе есть. И рассчитывать на двойной канал вверх от восходящего, стройканал от второй точки, ну, несколько опрометчиво. Хотя и такое было тоже возможно. Мы видим, что формировался расширяющийся треугольник, он мог вот в этой точке пробиться, но он так и не пробился, он опять ушел вниз. Здесь еще одна попытка, опять не смог. Пробился только здесь, пробился ночью. Ну и вот что от таких ночных выходов? Мы видим, что он оказался ложным, и цена ушла вниз. Вот. Но тем не менее видно, что от первой самой вот зоны консолидации, вот этой вот зоны консолидации, видите, полностью цель, смотрите, как четко отработала. Вот. Раз и на вершинке. То есть вот эта зона консолидации полностью отработала, и этот уровень был достигнут. Я, правда, ожидал, говорю, откуда вот эта цифра взялась, я ожидал движения по каналу. Но смотрите, опять же, движение вверх энергичное, пробитие верхней границы канала, и все. Ведь цена застряла, цена затухла и попросту ушла в боковой диапазон. Вот такие движения, когда канал того же направления пробивается и сразу цена застревает, они всегда чреваты всякими вот такими разворотами и недоходами. Но здесь в любом случае, когда цена вышла и сразу же, вот видите, вот застряла, потом еще несколько попыток были неудачными. В общем, из таких ситуаций лучше вообще выходить и не гневить Бога. Но тем не менее, зона консолидации отработала полностью, вы видите, как они хорошо работают. То есть первоначальная структура, которая возникла, она отработала. Я пока все это оставлю, потому что вероятность движения к 1.3088 есть. Но вот пока, вот видите, цена пытается упрямо преодолеть значение 1.2984. И никак пока не может. Но если это удастся, то я думаю, что полет вниз тоже будет довольно-таки хороший. Опять же, учитывая, что все это происходит вблизи недельной линии поддержки. Вот. И тогда может образоваться перевернутый флаг, как вы понимаете. То есть, конечно же, этот уровень достаточно сильный, и преодоление этого уровня, оно может привести к довольно серьезным для фунта последствиям негативным, потому что цена просто может улететь вниз. Но вот этого пока не произошло, пока наблюдаем в часе за тем, что происходит. И вот она, вот эта вот линия поддержки месячного или недельного формата. А доллар, японская иена. Вот, в 4-часовом формате тут можно на это посмотреть, на все. Смотрите, тот треугольник, который рисовал, все-таки решил пробиться вверх. Мы видим, что японская иена стала немножечко ослабевать. И пошло вот это восходящее движение. То есть треугольник включился. Давайте смотреть, докуда может быть данное движение вверх. Вот. Совсем немного цена не дошла до цели, 15 пунктов, но вот вероятность дохода, она здесь достаточно большая. Вот, так что вот цель по данному треугольнику и ждем продолжения восходящего движения. Смотрим, что в дневном формате у нас получается и в недельном. В недельном мы видим, что цена уперлась в линию сопротивления и ползет пока по ней. В дневном также видим, практически третья попытка может образоваться бодания верхней границы вот этой линии сопротивления. И может быть все-таки продолжение укрепления доллара против иены. То есть все, что делает Банк Японии, чтобы ослабить иену, вот пока достаточно успешно оказывается.
Ну вот треугольник нам это и показал. Вот. Ну, опять же, понятно, что это японская иена, что это ночная валюта, но вот видите, выход за треугольник образовался уже поздно вечером, и войти здесь, ну, с моей точки зрения, пока было нельзя. Если будет сильный откат, то можно будет попытаться войти от отката вверх. Тогда действительно такая ситуация может иметь место и в нашей торговле. А пока входить здесь поздновато. Евро-иена. Сформируется дневной треугольник. Вот смотрите, на евро-долларе. На днях пока мы ничего здесь не видим. На четырехчасовике треугольник, который уже включился вверх. А вот на евро-иене, видите, такого треугольника на четырехчасовике нет. А вот есть зато, формируется, вернее, треугольник на дневном формате. И если будет движение вверх, тогда мы увидим пробитие треугольника дневного, и, скорее всего, японская иена будет дальше ослабевать по отношению к евро. Давайте теперь рассмотрим секцию товарных валют. Вот я немножко уже рассмотрел канадский доллар. Сейчас вернемся к австралийскому доллару. Смотрите, вот эта зона сопротивления, о которой я говорил. Цена, как я говорил, опять же, ушла вверх вчера через вот этот уровень. Правда, немножко совсем децл не достигла линии сопротивления. И то, может быть, за счет того, что просто несколько неправильно ее построил. Вот. Если смотреть на дневной формат, то тут как бы очень трудно понять, потому что привязка к этим к пикселям на экране достаточно условная. Можно сказать, что эта линия достигнута, и сейчас может наблюдаться вот этот разворот. Видно уже, что дивергенции уже две. Вот смотрите, вот. Одна вершинка, вторая, третья вершинка. Одна вершинка, вторая, третья вершинка. И вот сейчас надо только ждать, пока пробьется линия поддержки. Вот она, линия поддержки часового формата. Пробьется линия поддержки, нужно будет ждать какого-то, значит, перестроения, и тогда уже от него входить. Вот, в принципе, что можно сказать по секции товарных валют. Опять же, ночью это все произошло, и войти не дала цена. Ну, общий прогноз мой оправдался с движением вверх. Вот. Но, ну, совсем децл цена не дошла. Правда, здесь торможение четко наблюдалось. И все это было ночью. Поэтому сделать с этим что-то было нельзя. Мне, по крайней мере, нельзя. Теперь смотрим, как цена в себя поведет относительно линии поддержки. Вот этой трендовой, где раз, два, три, четвертое касание. То ли будет отскок, то ли будет пробитие. Ну и это покажет как раз, кто рулит. Американский доллар или секции товарных валют каким-то образом будет реагировать. Новозеландский доллар. Смотрим в дневном формате. Фигура голова-плечи опять же включилась в зоне сопротивления более крупного формата. В четырехчасовом формате идет пока сужение торгового диапазона из-за уровня, который обозначил, цена не вышла. Но если она туда выйдет, то вот вы знаете, что вам делать. По крайней мере, пока я не вижу новозеландский доллар ни в сторону покупки, ни в сторону продажи, учитывая общее боковое движение. Канадский мы с вами смотрели, треугольник отработал. А, кстати, давайте канадский посмотрим в более крупном формате. Вот в дневном, например. Вот дневной формат. Смотрите, что здесь есть. У нас опять же образовался уровень сопротивления. Вот он, уровень сопротивления. И, может быть, будет линия поддержки, если цена пойдет дальше вверх. По какой-то причине. Вот. И тогда у нас будет треугольник. А у этого треугольника есть цель. И эта цель как раз практически совпадает с уровнем 50% коррекции Фибоначчи от недельного вот этого нисходящего движения. То есть, если будет пробитие вверх по дневному треугольнику, если это, конечно, треугольник будет, если будет вот такое, например, движение вверх, ну, тогда, соответственно, можно будет рассматривать покупки американского доллара, несмотря ни на что.
Ну вот видите, пока ничего не происходит, пока происходит рыночная раскачка, не более того. Так, дальше рубль мы с вами рассмотрели. Что еще можно сказать? На фоне заявления саудитов о возможном сокращении добычи нефти еще прозвучала информация о том, что саудиты собираются, ну не собираются, а как бы пригрозили продать достаточно крупную сумму американских ценных бумаг на рынке, и это может привести к значительному смещению на фондовых рынках. Это может даже быть черный лебедь, да, на рынках, потому что как-то очень, очень крупная какая-то сумма, порядка 700 миллиардов долларов, как они заявили, может быть продано. Но будет это или нет, сказать сложно. И опять же, это может привести к обвалу саудовского реала. Он и так находится сейчас на достаточно низких уровнях, и это может говорить о том, что саудиты готовятся к достаточно длительному периоду низких цен на нефть. И тогда вот это прогнозы-то достаточно могут быть в плане цен на нефть и в плане рубля довольно пессимистичными. Будет этот сценарий или не будет, сказать сложно, потому что реал сейчас и так находится на очень низких уровнях, причем он падает два дня подряд, что с ним не бывало никогда, он больше дня обычно не падал. А тут, видите, 2 дня подряд буквально падает. И вот к чему все это приведет, пока сказать сложно. То есть резонанс такой произошел по договоренности о добыче нефти и по заявлению Саудовской Аравии о возможности продажи американских активов. Вот. Что еще такого интересного? Ну вот про золото, серебро я сказал. Китайский юань, как видите, выглядит довольно стабильно последнее время на рынке, но посмотрим, как что будет. То, что, видите, обозначился уровень сопротивления 6,6990 или 6,70. И вот на фоне вот данного уровня можно сказать, что если цена пробьет его вверх, то может здесь возникнуть так называемый расширяющийся треугольник с пробитием вверх. С пробитием вниз мы про расширяющиеся треугольники здесь никак не говорим, и просто у нас есть тогда вот эта зона консолидации, за которой будем наблюдать. Так, как лучше можно войти в доллар-иену, откат где ловить? Хорошо, Сергей, давайте посмотрим. Доллар-иена. Вот треугольник есть, линия сопротивления есть, цель по треугольнику есть. Цена уже прошла практически более там 3/4 расстояния и сейчас откатывает. Если сейчас будет не очень такой динамичный откат вниз, ну давайте допустим возьмем по Фибоначчи вот эту волну, разложим ее на уровне Фибоначчи и вот движение хотя бы на 50%, то есть до 101,08 или 101 иена за доллар, а может быть даже вот сюда, вот к уровню 61,8, 101 иена за доллар, вот в этот район как раз может как раз послужить поводом для того, чтобы задуматься о покупке доллара против иены. Может быть. Потому что это будет очень хорошая такая вот точка входа относительно данного треугольника. Опять же, надо смотреть, чтобы в более мелком 15-минутном формате при подходе к этим уровням вот, сформировалась дивергенция на осцилляторе АО. Вот как-то примерно так вот. Вот. И тогда уже при пробитие трендовой линии и откате можно будет уже покупать, учитывая вот предыдущую картину. То, что здесь движение в более крупном формате, здесь там дивергенция на коррекции, достижение одного из уровней Фибоначчи значимого. И тогда все, входим вверх и стоим до цели по треугольнику, по дневному.
Вот. Ну а пока здесь тоже только ожидания, потому что коррекция еще даже 38% не достигла. Я думаю, что она будет далее углубляться. Вот таким вот образом. Хотел еще напомнить вам, знаете о чем? Хотел напомнить о том, что, в общем-то, с рынком все. Сейчас вам поставлю слайд вот такой вот. 12 октября будет очень интересная очная встреча в Москве с известным аналитиком. Это Насим Талеб. Я вам сейчас в чат скину информацию. То есть это экономист, трейдер, это человек очень известный. Он прежде всего известен тем, что прогнозирует влияние неожиданных факторов на финансовые рынки, и его рекомендации, вообще то, о чем он говорит, позволяет хорошо подготовиться к разного рода неожиданным факторам и понимать, что с ними делать. Кроме того, вот одна из известных книг у него «Черный лебедь», может быть, кто-то из вас даже ее читал, если нет, то рекомендую. Вот «Антихрупкость и одураченные случайности» я не читал сам, я читал «Черного лебедя». Книга великолепная, написана очень таким языком хорошим, то есть читается легко, и написано очень блестяще с точки зрения профессионала. То есть человек, он очень значимый, очень опытный и очень интересный. Поэтому тех, кто будет в Москве в это время, либо, может быть, специально вы захотите съездить туда для того, чтобы побывать на этом семинаре, вот очень рекомендую данный семинар. Кроме того, вы можете получить скидку в 10%, если пройдете по ссылке, которую вот в чате я вам дал, на данный семинар. То есть 10% скидка, она очень приятна. То есть вы пройдете как клиент Альпари. Вот такая информация. Не забывайте, пожалуйста, об этом. И всем рекомендую задуматься над такой возможностью. В принципе, по рынкам по сегодняшнему обзору все. Сегодня вечером будет последнее курс из цикла для более опытных трейдеров. Поговорим сегодня про тестирование торговых систем и про критерии устойчивости торговых систем, которые у вас сейчас имеются или вы которые собираетесь создавать. Потому что многие люди торгуют на самом деле совершенно бессистемно, а потом удивляются, а почему же результат неустойчивый. Так вот, о том, каким образом найти вот эту систему, каким образом определить критерии ее устойчивости и критерии ее прибыльности, вот мы поговорим сегодня на вечернем семинаре в 18:30. Вот Сергей пишет, что сегодняшний американский ВВП может переломать треугольники. Может и так, может и так, но надо смотреть. Я же всегда говорю о том, что есть после пробития на более крупном графике образуется обычно какая-то какой-то уровень, по крайней мере, вот как бы я показываю на примере японской иены уровень. Потом мы смотрим, насколько динамично идет обратный откат и до какого уровня. Есть ли здесь дивергенции по индикаторам или нет. Очень сильный такой откат или он более такой, скажем, слабый этот откат. И исходя вот из динамики отката мы делаем вывод о том, вообще стоит ли заходить или не стоит. Потому что если против динамичных откатов, я заходить не рекомендую. Ну, разве что по преодолению уровней сопротивления, которые образовались. А вот если откат будет такой достаточно вяленький, и против вот такого вот, видите, мощного движения он будет именно похож на откат, то почему бы и не войти с более выгодных цен на движение в эти треугольники, которые сами к себе работают очень неплохо. Вы знаете, да, там не все треугольники, Сергей, отрабатывают, я с вами согласен, такого и не бывает, чтобы отрабатывали все. Но смысл в том, что они отрабатывают и в целом дают очень хороший положительный результат. Поэтому если взять вот все те треугольники, которые образуются, вычесть из них те, которые не отработали, у вас все равно останется в сухом остатке неплохой плюс. Но, по крайней мере, плюс останется. Здесь минуса точно не будет. Потому что я с ними работаю давно, и я вижу, как это работает. Просто сейчас вообще ситуация очень сложная в мире и очень неоднозначная. Высока степень нервозности и политической в связи с выборами, и
вот этими жаркими дебатами в Соединенных Штатах. Кстати говоря, эти выборы одни из самых скандальных, пожалуй, может быть, в истории Соединенных Штатов, потому что столько предвыборной грязи друг на друга кандидаты выливают, это просто что-то с чем-то. И чем это закончится, и, как бы сказать, сложно. Я вот вчера свое мнение высказал, сказал, что мне такое ощущение все-таки, что подгонят при огромной поддержке, так сказать, текущей власти выступает Хиллари Клинтон. Возможно, ее все-таки и готовят как преемницу текущего президента. Но вот не то, что возможно, а так и происходит. Но вот что будет в реальности, сказать трудно. Просто очень много фильмов на эту тему снято. И не знаю, чем это закончится для мировой, так сказать, обстановки. Потому что Клинтон известна как очень жесткая дама, может быть, даже безапелляционный в каких-то моментах. И, ну, не знаю, я как бы не буду в политику вдаваться, но просто, ну, как бы от себя могу сказать, что я бы, наверное, этого не хотел, чтобы она была президентом. Хотя, скорее всего, так и будет. Я делаю ставки на то, что будет она, потому что очень много таких вот подковерных фактов говорит за то, что именно будет она. Даже в кинематографе последних лет очень часто стали показывать, что президент – женщина. Очень часто стали показывать вот эту американскую мечту о том, что именно американский президент, будь то мужчина или женщина, находится у мировой власти. То есть президент объединенных, так сказать, государств. Вот это как бы Америка все. Вот, но они к этому стремятся, они к этому готовятся, они делают так, чтобы именно так и было. Пока это не удается окончательно, но, знаете, вообще очень много планов они, так сказать, реализовали за последние столетия, если так вот вдуматься и вглядеться. Ну, в общем, вот такая вот история. Очень много просто в кинематографе всего происходит. Вот чернокожий президент появился сколько там лет, 5 или 7 назад в голливудском кинематографе. И вот мы видим, что Барак Обама стал президентом. Ну вот, пожалуйста, появились женщины в качестве президентов. И вот мы сейчас видим с вами, что Хиллари Клинтон, может быть, даже на данный момент лидирует в президентской предвыборной гонке. Посмотрим, посмотрим. Очень многое на самом деле, оно вот так вот проходит как бы за кадром, но потом реализуется в жизни. Всех вам благ. Не забывайте про, значит, семинар Насима Талеба. С вами был Алексей Кузнецов. Желаю вам успехов. И несмотря на сложный, очень сложный рынок, который сейчас есть, потому что сложным является рынок без направления. Сейчас направления, по сути дела, нет. Ну вот, как бы, принимаем то, что есть. Желаю всем больших успехов и жду вас на своих следующих семинарах. До свидания. Через 15 минут я выложу данный семинар в записи на канале YouTube.